Позади. Планируем следующую миссию Керри Эвродина. Покушение на Ковачика? Очень смешно. Ну да, я ему это еще припомню. Может, не сегодня, не завтра, но этот сукин сын обязательно пожалеет о том, что уболтал меня подписать все эти контракты. А ты пробовал разорвать контракт с лейблом? Нахера? Нет, ну серьезно, ну разорву я этот контракт. Че дальше? Кто будет издавать мои новые альбомы? Кто займется дистрибуцией, раскруткой, инфлюенсерами, прессой? У лейблов все схвачено, а если ты не с ними, ты просто дрочишь на обочине. Зато ты свободен. Ага, свободен. Свободен орать хоть до посинения, потому что никто не услышит. Это просто еще одна крайность. Сейчас покажу одно из моих любимых мест в Найт-Сити. Я сюда прихожу редко, но если прихожу, то не случайно. То есть, мне повезло? Может быть. Я сказал им больше никого сюда не пускать. Обожаю этот. Обожаю смотреть на город сверху. Как? Здесь ты засыпаешь с ощущением, что ты крут. А на утро понимаешь, что ты никто. Керри, тебя что-то тревожит? Расскажи. Я начал всю эту аферу со Скрэкс, потому что вроде как боялся. Боялся, что люди станут считать меня очередным продуктом, винтиком в машине корпораций. Продажный Евродин работает с азиатскими старлетками ради бабла, славы. Шансы напомнить людям, что он, сука, блядь, еще живой. А разве не так? Так. Но дело не только в этом. Настоящая проблема глубже. Намного глубже. Расскажи. Ну, я думал, что мне страшно от того, что люди увидят во мне раба корпорации. Но на самом деле я просто боялся снова оказаться в чьей-то тени. Снова? Я долго жил в тени Джонни. Он сиял, а я так. Был просто фоном, частью декорации. Я не верил, что смогу существовать сам, без Сильверхенда.
Поэтому он ушел из самурая. Бля. Разве это теперь важно? У тебя же получилось. Ты звезда. Самурай помнит только кучка фанатов, а тебя знают по всему миру. Думаешь, это что-то меняет? Каждый божий день я просыпаюсь с одной мыслью. А вдруг пройдет какое-то время, и я растаю. В пыли, в вони, во мраке этого города. Навсегда. Найт-Сити полон теней. Я все силы трачу на то, чтобы держаться от этих теней как можно дальше, понимаешь? Пиздец. Значит, просто перестань бояться. Зачем тебе это? Думаешь, сможешь разогнать эти тени? Ты справишься. Даже без меня. Твои молитвы да Богу в уши, Еб. Наверное, лучше вернуться. Внизу все заждались. Между прочим, тебя. Да, знаю, знаю. Надо будет опрокинуть пару рюмок за этот город, за себя в нем. Я хочу еще немного побыть тут. Ты иди, если хочешь. Окей. Пока. Что тебе нужно? Что, сразу к делу? Ну да, нашел, и ты прикинь, где? В норе у мусорщиков. Сандра, ты чего? Да я просто... Мне рассказали, как все было, и теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но не могла же я сама пойти его возвращать. Пытаюсь себе внушить, что этих людей больше нет, что опасность миновала. Значит... У тебя же платиновый статус в травме. С этими ребятами не попадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да. Кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз. Привет, ладно, надо сегодня жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру. Сейчас вышлю адрес. Спасибо. На первый взгляд, Мелитех выглядит привлекательно. 500 000 работников по всему миру.